Всем привет! В этом видео поговорим о том, что президент России поручил расширить Транссиб и загрузить Северный морской путь. На прошлой неделе Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию Красноярского края, в рамках которого дал важные поручения по дальнейшему расширению Транссиба и Северного морского пути. В условиях разрыва экономических отношений с западными странами необходимо ускоренными темпами расширять транспортные коридоры, ведущие на восток и юг. Главными такими коридорами являются Северный морской путь и железнодорожная магистраль Транссиб. С их помощью планируется существенно увеличить объемы экспорта российских товаров в Китай, Индию и другие дружественные страны. С учетом усиления политического давления со стороны США на страны Средней Азии, которых вынуждают ограничить параллельный импорт санкционных товаров в Россию, перед нашей страной стоит задача, возможно, короткий срок расширить пропускную способность железных, автомобильных дорог, а также пограничных переходов на границе с Китаем. В настоящее время средняя скорость перемещения грузов по железнодорожной магистрали Транссиб не превышает 15 км в час. Создание новых скоростных участков, подземных тоннелей и путепроводов позволит увеличить среднюю расчетную скорость движения грузов по железной дороге как минимум в 2 раза, до 30 км в час. РЖД активно занимается расширением Транссиба с 2012 года. На тот момент пропускная способность этой магистрали составляла 97 миллионов тонн грузов в год. В настоящее время РЖД завершает работы в рамках второго этапа расширения восточного полигона, по итогам которого годовой объем перевозки грузов по Транссибу вырастет до 180 миллионов тонн. Завершение работ по второму этапу запланировано на следующий год. В конце мая текущего года правительство России выделило дополнительно из бюджета 218 миллиардов рублей в рамках финансирования третьего этапа расширения восточного полигона. Перед РЖД поставлена задача расширить пропускную способность Транссиба до 210 миллионов тонн к 2030 году. Параллельно с этим ставится задача кратно увеличить грузооборот Северного морского пути, в том числе посредством строительства к морским портам в арктической зоне новых железных дорог. Россия обладает уникальным географическим расположением и может объединить Северный Ледовитый океан с Тихим и Индийским. Это позволит интегрировать российские транспортные маршруты с китайской глобальной инициативой «Один пояс, один путь» и российско-индийским проектом МТК «Север-Юг».